Городские власти предложили руководству крупных предприятий Самары принять активное участие в весенней уборке города. Она стартует 1 апреля. Традиционно на борьбу с мусором выходят все жители города. Что касается предприятий, они приводят в порядок только закрепленную за ними территорию. Глава администрации Олег Фурсов предложил в этом году расширить зону ответственности. Чтобы каждый почувствовал себя причастным к тому состоянию, в котором должен находиться город, да, его благоустроить. Поэтому здесь ограничиваться собственной территорией закрепленной нельзя, действительно. И мы просим вас, значит, мы вот подготовим раскрепление по улицам города, чтобы буквально каждая улица, каждый парк, каждый сквер, каждый перекресток, он был в зоне ответственности каждого предприятия. Мы придем в комплекте. Это у нас всегда. У нас есть размер, есть определенное количество ручной техники, и мешки все есть, и техника есть, и машины все есть. Самое главное – участок. Представители Союза работодателей поинтересовались, как в таком случае будет организован вывоз мусора. Как выяснилось, Департамент благоустройства и экологии уже проработал этот вопрос. Каждое предприятие должно сделать запрос в районную администрацию, получить специальные талоны, и мусор вывезут бесплатно. По поручению главы администрации города уборка собранного мусора осуществляется в течение суток с момента его сбора. Районным территориальным органам, районным администрациям будут выданы талоны. Департамент благоустройства их уже отторговал, и в ближайшее время осуществится передача. В этом году Самара готовится к празднованию 70-летия Великой Победы. Предприятия города к памятной дате помогут привести в порядок и торжественно украсить более 30 улиц, которые носят имена героев Советского Союза. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События.